Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Начались недопонимания в семье, муж перестал относиться ко мне как к женщине. Как мне снова вызвать к себе интерес? Я ведь очень его люблю. Первое. Недопонимание в семье это не изменение его отношения к вам. Изменение отношения к вам – это следствие недопонимания в семье. Поэтому, что касается недопонимания, здесь нужен анализ, анализ отношений вашей семейной жизни, вашего того, что у вас общего, вашей коммуникации и вашей ситуации жизненной каждого из вас. Огромную роль играют возраст, цели, ценности и ориентиры. Что касается того, как вернуть к себе интерес, очень просто нужно проследить за тем, чем вы его привлекли. То есть, какой вы были. На мой взгляд, ситуация здесь такая, что вы просто-напросто сами перестали видеть в себе женщину, вот, сведя свою личность к выполнению роли жены и матери, если у вас есть дети. Вот. Вот это все. При наличии у вас в отношениях преобладающей тенденции к гендерному взаимодействию, то, что происходит, вполне закономерно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.